На съемках картины «Избранник» Лариса Гузеева познакомилась с режиссером, от которого и родила сына. Сейчас Георгию уже 31, а вот его сестре Ольге только 23 года. Девушка появилась на свет в третьем браке мамы. Наверное, наследники Гузеевой больше похожи на своих пап, ведь ничего общего во внешности у них со знаменитой мамой нет. А как вы считаете?